Поддержка экономики по-прежнему остается основной задачей федеральной и региональной власти. Правительством России по поручению президента Владимира Путина подготовлен целый комплекс мер. Сейчас в него включено более сотни инициатив. На местах также предпринимаются активные меры, в том числе и в Тверской области. У нас разработано 35 всевозможных мероприятий по поддержке бизнеса. Одни из них касаются и Бежского завода, где вводится в эксплуатацию уникальное оборудование. Заем для реализации инвестиционного проекта компании «Промышленные технологии» одобрил экспертный совет Фонда развития промышленности. Общий бюджет проекта составляет 749 миллионов рублей, из них 545 миллионов – льготный заем Фонда развития промышленности. Фонд развития промышленности предоставил нам средства на полную модернизацию завода. Эти средства будут направлены на полную замену станков и оборудования для того, чтобы мы производили машины, мобильные буровые комплексы, чтобы они отвечали всем последним требованиям нашей экономики. Сегодня через Фонд развития промышленности обеспечивается целый комплекс мер для бизнеса. Льготное финансирование, экспертная поддержка, сопровождение инвестпроектов и другие. Главная задача правительства Тверской области – предоставить условия для развития бизнеса, для того, чтобы люди создавали собственные продукты, развивали свои проекты, открывали новые рабочие места, считает губернатор Игорь Руденя. Компания «Промышленные технологии» будет выпускать агрегаты собственной разработки под брендом «Бежецк» для капитального ремонта нефтяных и газовых скважин, а также мобильные буровые установки. Помимо готовой продукции у нас заложено производство мобильной буровой установки МБК-200. Она также простота обслуживания, ремонтная пригодность и цена гораздо дешевле, чем иностранные аналоги. Наша установка 90% собирается из российского производителя. Реализация проекта способствует импортозамещению в отрасли тяжелого машиностроения. Таким образом, планируется переориентировать нефтяной рынок, рынок геологоразведки на наших отечественных машинопроизводителей. Оборудование будет иметь более удобную по сравнению с аналогами зарубежных производителей конструкцию, обеспечивающую беспрепятственный допуск для обслуживания, а также возможность быстрого монтажа, не более 3 часов. Среди преимуществ – взрывозащита электрооборудования. Бежецкое предприятие намерено ежегодно выпускать не менее 40-50 единиц продукции. В ходе реализации проекта будет создано 250 рабочих мест, из них 70 высокопроизводительных, что позволит сохранить в регионе лучших специалистов.